Ну, самое время. Получай! Анимедиа.тв представляет. Господин убийца. Перевод на русский Наталья Ишова. Роли озвучивали Фуроу и Фрея. Приятного просмотра! После убийства я должен уничтожить все следы своего существования. Да, все следы. Но, честно говоря, эта комната грязная. Горы грязной посуды. Кухонная плита и вентиляция заляпаны жиром. Как так можно хранить книги? И вся эта пыль? Неужели ее не видели? Тут что, вообще никто не занимался домашним хозяйством? Ну почему всегда так? Шеф. Да, так же, как и всегда. Подождите, дядя! Это кто тут, дядя? Зови меня братец. Я хочу стать убийцей! Дядя, братец, ты же самый лучший убийца в Японии! Пожалуйста, возьми меня в ученики! Какая внезапная просьба? Мне надо подумать. Я лучший в Японии. Ученик у меня лучшего в Японии. Как племянник для меня лучшего в Японии. Я лучший дядя в Японии. Это кто тут дядя, сопляк? Почему вы трясете меня? Это ваш первый раз? Что сделаем сегодня? А, ну, обычно я сам себя постригаю. Чё? В стиле. Да? Ну, знаете, это... Да, я могу сделать что угодно! Стиль Россия. Отлично, стиль Россия! Тарако, икра солененькая, продукт для убийц. Эту особую тарако выбрал сам господин убийца. Из нее еще могли вывестись 500 тысяч мальков. Настоящая зародышевая бойня. Для заказа... Продолжение следует. Слушай, парень, найди меня меньше, чем за 10 минут. Не смей на секунду опоздать. Я изобрел новое оружие с таймером. И сам буду подопытным кроликом. Всего на секунду опоздаешь, и я умру! Вы где? Господин убийца! Никем не превзойденный. Номер один. Танго вдвоем. Третий раз на вылет. Господин убийца! Уведомление. Родительский день. Парень. Почему ты никогда о таком не рассказываешь? Ну, моих родителей нет, потому... Сейчас я твой наставник, а значит, опекун. Родительский день. Как вы прививаете ему хорошее поведение? Показываю, что такое хорошо, а что такое плохо. Собрание родительского комитета. И в этом году нашим главой будет господин убийца! Запомни, парень. Убийца должен довести работу до конца. И не важно, кто будет его целью. Даже если это его родители. Ты с этим справишься? Нет. Ведь мои родители уже мертвы. Что? Вот как? Прости. Да, ничего. А что насчет твоих родителей? С тех пор, как я стал убийцей, я перестал быть членом семьи. Отец каждый день ругает меня. А мать истерит по любому поводу.
Она заваливается в мою комнату и затевает уборку. И все время пытается свести меня с дочкой начальника. Каждый день это не слабо напрягает. Так ты живешь с родителями? Продолжение следует. А вы не скажете свою коронную фразу или хоть что-нибудь, прежде чем убьете? Коронная фраза? Ну, знаете, как у самурая Мамотара. Первая. Путь убийцы был предначертан мне судьбой. Вторая. Даже боги замолкнут предо мной. Третья. Думаю о вас. С любовью, убийца. Простите! Не надо было просить. Убийство. Я убийца. Хладнокровная, убивающая машина. Ни одна женщина никогда не заинтересуется таким. Смерть на электрическом стуле, свежевание, яд, заражение, отравление газом, каннибализм. Что? Ужас! Есть знакомы такие методы? Страшно! Вопрос, как у вас дела? Я смертельно занят. Так что я хочу, чтобы его немедленно устранили. Мой текущий заказ будет выполняться до конца августа. Вам придется поискать другого убийцу. Ясно. И я не смог нанять его. Хочу, чтобы этого человека немедленно убили. Простите, у меня плотный график заказов до конца августа. Отправлю вас к другому убийце. Плачу сколько хотите, но убейте его! Вы что, слепой? Я по горло в работе до конца лета! Что ж вы сами-то летнюю домашку сделать не можете? Школота! А сейчас ты умрешь. Да кто ты вообще такой? Читает сложные заклинания на эльфийском. Убирайся. Вернись туда, откуда пришел. Во имя Ктулху, кого ж я так разозлил? Я вот недавно подумал. Если нас поймают, мы точно окажемся в камере смертников. До тебя только дошло? Нет, я не про это. А вот, скажем, станем мы гражданами страны без смертной казни. Если нас осудят как граждан указанной страны, то мы продолжим жить, хотя и будем за решеткой. Все же это трудно провернуть. Ну, вообще-то я не про это разговор веду. Решетка. Если подрисовать тут и тут... Чертовски мило! Эй, с дороги. Кто бы говорил, сопляк? Это моя территория. Вам лучше свалить. Не помню, чтобы ты боссом стал. Я был здесь первый. Вообще-то клиент ко мне обращался. Заткнитесь и вернитесь к работе, тупицы. Ты чего сейчас сказал? Смахнуться хочешь? Да хоть сейчас! Милый, в ванной было очень много плесени. Я попыталась устранить ее разными способами. Но сейчас произошло что-то ужасное. Ну ведь на упаковках же пишут, не использовать одновременно с другими уничтожителями. Так, у меня вопрос. А кто для нас полиция? Ну, можно назвать нашим врагом или худшим ночным кошмаром. Я также думал, но... Главное управление полиции расположено в Сакурадамон, в Императорском дворце, где когда-то находился замок Эда. Знаю, от этого еще страшнее. Там убили кого-то важного? А теперь пропойте Сакурадамон по нотам. Соль, ми, 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 ля. Сакурадамон. Мило! Чертовски мило! Продолжение следует. Пока что я не совсем готова. Такой не отомстить за смерть отца. Нужно хорошо питаться, стать сильнее и продолжать тренировки. Снова пришла пытаться убить меня. Иду в супермаркет. Купить овощей. Иду в супермаркет купить овощей. Иду купить овощей для удовлетворения потребностей. Увидимся позже. Я непременно вернусь. Ух, как я вернусь. С тех пор, как я начала преследование убийцы отца, осень наступила во второй раз. И коленки мерзнут.
Вот бы подол юбки был пониже. Простите, вам не холодно? Я хочу юбку, которая прикрывает колени. Я хочу... юбку! Миди! 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 Разве тебе не нужно убрать что-то еще, кроме меня? Ты это о чем? Почему бы тебе не сделать стрижку, как всякой нормальной девушке? 6 лет назад он убил моего отца. И с тех пор я не стригу волосы. Просто не могу. Пока не отомщу за смерть отца. Так и не забуду о том дне. С тех пор я живу такой жизнью. И не могу просто взять ее и изменить. Нет. Нет. Нет обрезанию. Нет изменениям. Нет потекам. Ты вообще о чем? Шеф, голубь доставил уведомление об убийстве одного из правительственных чиновников. Дай взглянуть. 21 августа? Как я уже писал в предыдущем письме, 21 августа в школе моей дочери родительское собрание. Если возможно, то нанять вас я хотел бы при личной встрече. И был бы благодарен, если бы мы ее перенесли. Мне очень жаль, что вновь доставляю вам неудобства. Простите меня великодушно. Совсем из головы вылетело. Похоже, мы оба сильно загружены. Так что я подожду с отправкой следующего уведомления об убийстве. Значит, ваша дочь уже школьница? Когда вы впервые ответили, она только-только родилась. Как летит время? Интересно, что он за человек? Так, я выберу этого убийцу. Не смей! Цвет тарелки под ним говорит, что он самый дорогой. К тому же и он, и тарелка выглядят чудно. А что насчет вон того? Смотрится неплохо, да и цена нормальная. Возможно. Ужасно. Так выбирать убийцу? Ужасно. Это что за старик? Господин убийца, сколько нужно времени, чтобы стать наемником? Тебе еще очень долго учиться. Примерно столько. Так много? Ну, в принципе, в колледж можно не идти. Не волнуйся. Ведь даже школьники могут поступить. Здесь оборвется твоя жизнь. Смирись. Я прокляну тебя! Навечно! Значит, мне еще и это? Нет. Все будет хорошо. Заведешь деток? Нет. Это невозможно. Да у тебя еще полно времени. Не сдавайся так просто! Вру. Как? В руках закона. Это желание клиента. Ты умрешь медленной, мучительной смертью, как от постепенного удушения шелковой нитью. Но я без понятия, сколько надо затратить времени. Так что и впрямь задушу шелковой нитью. И я не в курсе, сколько шелка придется потратить. Поэтому заказал с запасом. Так, когда вы меня убьете? Да не парься, у меня еще куча времени. Ты покойник, котик. Да ладно, убийца? Это что за наряды? Но мы же оба не хотим, чтобы люди знали нас в лицо. Господин убийца, ты арестован. Что? Полиция? А почему в костюме песика? Чтобы дети не узнали, как жесток этот мир. И забираю я вас двоих, живыми.
Думаешь, все так просто, псина? Круто! Я шел по следу серийного убийцы и оказался здесь. В лесу, высоко в горах, где нет ни одной живой души. Точно знаю. Здесь его тайное убежище. Устрою засаду. Ой, кажись, задремал. Педигри? Блин! Меня приручили! Чую его. Это следы убийцы. А этот запах... кота. А здесь... взял на руки! Он нес кота на руках! Что творится с Гора? К еде даже не прикоснулся. Может, влюбился? Эй, здесь убийца! Чую неладное! У него что-то есть! Это! Мы его цель! Нет! Я жил тихо, мирно! Так почему? Сваливаем отсюда! Бегите! Все спасайтесь! Скорее! Поздно! С нами покончено! В последнее время убийца за мной следит. Уверен, он меня проверяет. Что за? Чего он весь возбудился? Нет! Мы заметить не успели, а он уже полинял. Ну так весна же. До совершения заказного убийства мне нужно окончательное подтверждение. Вы и правда всей душой желаете, чтобы я позаботился о нем? Я... да. Парень, можешь позаботиться об этом журнальчике? Что? Можешь вытащить запечатанные странички для меня? Чем больше вы хотите о чем-то позаботиться, тем меньше удовольствия получаете. Вы понимаете? Да. Юноша, постой. Ты ведь сейчас думаешь о контроле? Контроль, контроль, контроль! В твоей голове бьется лишь одна мысль — тотальный контроль. Смогу ли я воплотить то, о чем думаю? Тебя ждет трудный путь. Ясно. С возвращением! Снова сегодня был в экологическом продуктовом. Хочу контролировать количество потребляемых консервантов. Веселье. Спокойная и безопасная овощная жизнь. О, спасибо большое. Это ведь не страшно, что я забрал верхушку? Да нет. Простите, что попросил избавиться от всего этого мусора. У меня есть еще мороженое. Руководство по заказному убийству Таймуры. Куча слов, которые я не успею прочитать, простите. Это ведь ты? Опять дразнишь полицию. Неважно, где ты прячешься. Я ухвачу тебя за хвост. Копчик! Ой! Пошлёк! Чего? Не как убийца. Очередное уведомление об убийстве. Этот голос. Опять ты. Преданно несешь службу даже по ночам. Но ведь и ты такой же. У нас схожие чутьё.
Ты ведь одиночка, трудоголик. Хотя профессии убийцы я не считаю за работу. Полицейскому и наемнику никогда не понять друг друга. Да, мы как вода и огонь. Как свет и тень. Как копье и щит. Как полюса магнита. Как садист и мазохист. Как Адам и Ева. Как мужчина и женщина. Так, тогда... Шеф, с добрым утром! Так, а дальше... Комната, белая рубашка и... Шеф? Чтобы забыть обо всем и начать сначала, я отправился в путь. Никогда не слышал об этом месте и совсем не знаю, как здесь очутился. Простите, а что за название у этого озера? Релик! Релик, значит... Релик! Киллер! Не могу тебя забыть! Конец! Почему?